Ну что, мы снова, как всегда, пришли за продуктами. Сейчас выбираю чай. Помните, я вам говорила, что мне очень нравится с вот этой вот фирмы у нас мята. Это мелисса, а у нас мята. Очень классный. Он пахнет вообще на всю квартиру. Ну, а сегодня мы решили взять такой. Попробуем. Не знаю, какой он по вкусу. Так, вот. 5,79. Берем. Так, а это... Как всегда, я не могу пройти мимо. Нужно обязательно взять вот эти вот пончики. Сейчас наберу. Они у меня ассоциируются с Испанией. Мы там постоянно их набирали. Очень много. Вот почему-то эти мне больше всего нравятся. Тёма любит такие. Или вот эти ему цветные нравятся. А я люблю обыкновенные такие. Так что сейчас буду брать. Так, следующее. Берем сосиски. Вот такие вот. 4,35. Не знаю, попробуем. Еще хочу взять вот такой сыр. Вот такой вот он, видите, с орехами. 7,99 за 100 грамм. Я просто люблю всякий такой разный необычный сыр. Возьму, попробую. И еще хочу самый обыкновенный бри взять. 8,29. Вот так вот. Следующее, что нам нужно взять, это такие вот наши любимые сырочки. Только вся проблема в том, что я люблю такие ореховые, а Артём любит вот такие ванильные. Сейчас акция 4+1. Так что сейчас наберу, возьму два таких и какой-то один еще. Вот так. Возьму вот такое обыкновенное мороженое, как Артём его называет. Он любит просто обычный пломбир. Без ничего. Вот такой вот. 7,99. Мы уже его когда-то брали. Артему нравится больше всего такое. Ну, либо такое, либо он любит... Сейчас покажу такой лед обыкновенный. Вот такой. Но лучше возьму такое. Так, сахар. 6,99. Так, сейчас надо его открыть. И то, зачем мы, в принципе, шли, это... яйца. Сейчас возьмем яйца, они просто по акции. Мы вообще просто шли за яйцами, но это как бы к яйцам вдобавок. Возьмем сейчас 4 десятка. Так, вот вся эта наша покупка, то, что мы купили. Самое главное, это яйца. 4 десятка. И за все это я заплатила 101, ну, грубо говоря, 102 злотых. Покажи. Смотри. 199. 101,99, да. Еще один грош. И за 120. За 102. Итого практически ничего не взяли. Сходили за яйцами и потратили 102. Вот так вот.